мешками водосчетчики накрыли с мусором, чтобы если что-то упадет на водосчетчик, чтобы не повредило. Так, ну все, потолок раздолбили. И сейчас бы вот эту стенку, ну я просто распилю, наверное, на кусочки. И все, тогда и мешков меньше уйдет, и кусками выносить проще. Вот остается арматура. Сейчас ее срезаем наполовину. И заваливаем. И все, не полностью наполовину, иначе она просто упадет. Thank you.